Рано утром 22 июня 41 года гитлеровская Германия без предупреждения напала на Советский Союз. Это стало началом Великой Отечественной войны. Немецкая авиация нанесла мощный удар по советским городам, аэродромам, железным дорогам и военным базам. На защиту Родины поднялась вся страна, включая женщин, стариков и детей. И мы победили. Но какой ценой? Война унесла жизни почти 27 миллионов жителей Советского Союза. 22 июня стало одним из самых трагичных дней нашей истории. В России проводят памятные мероприятия. Приспускают государственные флаги, объявляют минуты молчания, встречаются с ветеранами, возлагают венки к братским могилам солдат. А на Воробьевых горах символично зажигают свечи и повязывают на ветках деревьев колокольчики –